Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, теперь Надя. У меня тут накопилось несколько писем за последнее время. И я хочу начать с последнего, которое пришло на этой неделе. Здесь просто потрясающие марки, я не могу от них оторваться. Я собираю конкретно вот такие вот марки. Они очень крутые. Посмотрите, да? Вот, здесь есть марка Сергиева Посада. А еще здесь Sailor Moon. Но не Sailor Moon, а Sailor Jupiter, как вы можете заметить. Это письмо от Огоневой Ирины. Просто я ее обожаю. У нас с ней очень теплые взаимоотношения. И ее письма всегда очень долгожданные. Я еще не смотрела, что она мне прислала, потому что я только что открыла это письмо. Давайте посмотрим, что это. Это у нас поздравление с Новым годом. Такая вот прикольная карточка. Тоже как бирка. Очень красивая такая. Винтажная. Спасибо большое. Я очень люблю винтажные вещи. Дальше у нас здесь идет открытка. Львов. У меня нет открытки со Львовым. Очень красивая. Очень. Спасибо. Есть еще одна открытка со Львовом. Тоже очень красивая архитектура такая старинная. Безумная красота. Огромное спасибо. Далее у нас идет само письмо. Тоже на таких листах, как и конверт. И здесь у нас идет пробник и чай. Я обожаю базилур. Просто обожаю. И это у нас как раз таки один из моих любимых. Малинка и шиповник. Очень-очень вкусный чай. Пробник парфюма Магнолия Альба номер 1. Такой вот парфюм. Обязательно попробую. Первый раз вижу. Надеюсь, что он подойдет мне. Далее было письмо от Лизы Ершовой. И это письмо довольно-таки долго ко мне шло. Я ждала его очень долго. Правда. И уже отправила ответную посылку. У нас новогодний обмен. Сегодня у нас 15 декабря. И так странно получать что-то хэллоуиновская, но это очень красиво. Посмотрите, какая прикольная открытка. Хэллоуин. Очень клевая. Думаю, а когда я буду оформлять свой дневник, мне это все там пригодится, потому что я очень давно его не оформляла. И единственное, что во время пересылки, видите, шейкер, он разлетелся, и поэтому здесь все в блестках. Ой-ой-ой. Ну, в общем, все должно было быть вот так как-то. Да, жалко. Ну ладно, ничего, я склею потом это. Затем здесь у нас открыточка. Тоже очень прикольная. Такая старинная, винтажная. И, кстати, да, вот оно, зеркальце такое же. Очень прикольно. И само письмо. Сейчас давайте посмотрим, что у нас в этом маленьком конвертике. Все в блестках. Я тоже вся в блестках теперь переливаюсь. Здесь такие прикольные мелочи у нас тоже на тему Хэллоуина. У нас здесь есть наклейки. У нас здесь есть такая распечатка с привидением. Есть у нас здесь намотка скотчей. Черно-белых, еще привидение, еще наклейка. Eat, drink and be scary. Такая киса черная у нас, и кажется, это все. Да. Далее был долгожданный ответ от чеширского кота. И я все никак еще не открою это письмо, я только вот его отрезала. Буду писать новогодний ответ. Здесь очень красивая марка с черепашкой. Как некоторые из вас знают, у меня есть две черепашки, и для меня это очень символично. Вот, тем более марка с черепашкой, это что-то новое для меня. Каспийская черепаха, очень красивая. Те, кто догадался, это письмо
оформлена в стиле Властелина колец. А я обожаю Властелин колец, вообще всю эту вселенную и Хоббита. И для меня это очень символично. Все выглядит вот так вот. Просто чудесно, волшебно. Не знаю, как еще сказать. Здесь у нас чай, который я люблю. У нас просто черный чай от Гринфилд, но он очень вкусный. Посмотрите, какая красота. Здесь у нас Гэндальф. Да, Гэндальф. Серый. Я не могу, мне даже жалко это все открывать. Итак, вот они наши салфеточки с иллюстрациями просто безумнейшей красоты. Вот. Здесь у нас Гэндальф, как я уже говорила. Сейчас я покажу следующее. Здесь у нас Бильбо. Красота, правда? А здесь у нас Торин. Вот. Насколько я узнаю, это гуашь и акрил, возможно. Но, вероятнее всего, это гуашь, и это просто невероятно. Очень красиво. Просто безумно-безумно красиво. Посмотрите, как это сделано. Здесь, я не знаю, невозможно оторвать глаз. Красота, правда? Вот так вот. Все это будет у меня висеть. Обязательно себе все повешу. Теперь давайте посмотрим само письмо. Я не могу. Во-первых, посмотрите, как все оформлено. Смотрите, смотрите, какая красота. Просто, я не знаю, это волшебство. Да. Вот так вот составленные листы, прожженные и письмо. Вот какими должны быть письма, ребят. Вот. Понимаете, это страсть. Страсть к тому, что вы делаете, и то, к тому, с чем вы занимаетесь, и я не знаю, я буду с такой же любовью, с таким же трепетом писать ответ, потому что по-другому невозможно. Далее было просто волшебнейшее письмо от новой собеседницы, от Вари, и ответ уже отправлен, я уже жду обратно еще один ответ, уже ответ на письмо на свое. И это письмо меня поразило, потому что девочка потрясающая. Не знаю, я получила огромное удовольствие от ее письма. Именно от самого письма. Оно вроде бы такое скромное, да, но оно меня очень тронуло. И я в тот же вечер, когда получила, села писать ответ, хотя я так делаю крайне редко. Мне очень понравился почерк. Мне очень понравилась бумага. Очень классная такая. И само настроение, созданное этим письмом, это вот открытка из Перми, очень красиво, вот так вот здесь украшено, прикольно, так билетик автобусный. И здесь вот такой вот милый конвертик с мелочами, здесь у нас чай Тесс был, и так вот у нас открывается. Здесь разные мелочи, очень приятные. Такие вот маленькие наклеечки, картиночки. Тут Айболит у нас. Мой Дадыр. Тут у нас всякие сказки из нашего детства, которые я вообще не видела, что были наклейки такие, но, как видите, такие наклейки есть. И теперь я буду их клеить к себе в свой дневник. Такая вот красота. Следующее письмо от Полины Свидра. Это одна из моих самых давних подруг по переписке.
Я очень давно ждала от нее ответ. Такая вот красивая открыточка с печеньками. И это уже, как я поняла, новогоднее письмо, потому что здесь поздравления с Новым годом. А также здесь очень такие маленькие приятности. Такая вот открыточка с Новым годом. Очень красивая бумага. Такая мятная. И последнее письмо. Это моя новая собеседница из Америки. И это было просто одно из самых долгожданных писем. Оно пришло довольно-таки быстро. И просто обратите внимание на марки, во-первых. Это вообще, это нечто. Просто нечто. Красота. Сам конверт очень красивый, очень большой. И он был просто переполнен всякими приятностями. Я когда первый раз открыла этот конверт, у меня был шок. Просто. Просто шок. Потому что здесь столько всего. И я теперь собираю ответ. Очень хочу. В скором времени. Ну, как раз к Новому году отправить. Вот. Во-первых, здесь были очень красивые листы. Такие вот. Это не скреп-бумага, это именно бумага просто. Очень красивая. У нас я такую не видела. Смотрите, она односторонняя. Ее очень классно делать подложку, например, какую-нибудь под фотографии или под оформление. Все на морскую тематику. Мою любимую. Так вот. Такой вот полосатый тоже очень красивый. Затем здесь была вот такая большая открытка с рыбкой. Я сразу вспоминаю «В поисках Немо», потому что там была такая рыбка в аквариуме, самая взрослая. Вот, это у нас такая вот открытка. Дальше у нас было две винтажные открытки, очень красивые, просто безумно красивые. Обожаю такие открытки, тем более здесь велосипед, моя тема. И так вот они выглядят сзади, видите? Вот это вообще как карта. Как будто бы карта Таро. Не знаю, очень красиво. Далее здесь была вот такая вот салфетка. Как я понимаю, это салфетка для декупажа. Вот, благодарность. Такая она в стиле осени. Она очень большая, с осенними листьями. И безумно красивая. Дальше здесь было вот таких вот два листа вырезанных, очень тоже прикольные. Было два конверта, такие заготовки для конвертов, очень тоже классные. Сейчас перейдем к самому интересному, оно тут все приклеилось. Листочек засушенный, очень тоже так аккуратно засушен. Такой красивый, нежный. Меня больше всего поразило письмо, потому что посмотрите, как оно оформлено. Каждый листок это просто, я не знаю, это нечто. Посмотрите. Красота. И последнее, это скотч на этом письме. Я не могу до сих пор от него оторваться. Я хочу этот скотч. Он невероятный. Этот цвет, я очень люблю вот такой цвет. Он не красный, он не оранжевый. Это что-то новогоднее, я не знаю. Безумно красивое. Бронзовый такой даже, наверное. Но очень-очень-очень красиво. И последнее, это такой вот пакетик с мелочами. Тут очень много всего. Сейчас я его открою. Так было забавно увидеть наклейки из AliExpress, которые у меня есть. Здесь вот такие вот наклеечки. Ну, конкретно вот этих у меня нету. Сейчас покажу, какие у меня есть. Эти все очень такие красивые. Тоже винтажные. Вот. Вот это я просто обожаю. Цветы. Это очень красиво. Вот еще ромашки. Вот, вот такие вот лесные цветки у меня есть. Целый набор таких наклеечек. Посмотрите, какие теги красивые, заготовки. Тут еще даже
Вот эта вот штучка, она не вытащена. Это новые совсем тыги. Очень красивые. Очень-очень-очень красивые. Тема путешествий и почтовых отправлений. Вот. Потом здесь вот такие карточки. Тоже. С тиснением. Такие вот они. И вот это очень красивая. Посмотрите, как она играет на свету. Такая вот позади. Можно эти карточки будет вставлять в альбомы или вставлять, ну, в дневник. И здесь вот такая вот намотка скотчей на тему Хэллоуина. Тут очень много намотки. Да. Такая вот. Trick or treat. Boo. И просто такие разные штампы. Так что вот такие вот письма на сегодня. В следующий раз уже будет новогодний, наверное, выпуск. В январе, может быть, когда придут новогодние письма. Вот. А пока я буду писать ответы на все оставшиеся письма. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.